Все, он уехал. Ты так и не решилась? Смелая сова. Ну тогда я закрываю. Ладно? Чего ты не хочешь ее бросать? Ёль, я хотела взять, чтобы ты не бросила на пол. Да клади ты ее уже. Зачем она тебе? Сова. Ну вот как так? Вроде в окошко плохо видно. Ты же никогда так не делала. Как? Зачем? А, темно. Вот. Сова за своей погадкой. На тебе мусорную корзинку. Бросай. Давай. Не брось. Ты мне не доверяешь? Не хочешь бросать погадку при мне? Ну ты глупова. И что? Ты специально на пол слезла, чтобы ее бросить? Как обычно, пока я не видела. Да? Где она? Кусочек маленький, вот. Ну чего ты, сова? Да, это кусочек. Его выбросим. Это же что-то невкусно, да? Какая-то оранжевая. А дальше? Удивительно, скажу. Ну давайте вместо нее что-нибудь дам. Держи. Вон, под попой у тебя налей. Иди. Вот, и неси куда-нибудь. Давай, давай. Ну, Ёль. Держи. На. Держи. Ой.
Чё это вы? Ты поймала акулу вместо кота. Сова глупова и кот. Да, мутлук согнули. Такой обиженный кот. Да ну нафиг вас. Да? Ладно. Вот оно, это погадище. У нее были очень много приключений. Да, сова? Как-то неловко получилось.